Во всех ведущих европейских странах образование государственное бесплатное. Возьмем Францию, Германию, Швейцарию, Италию, Грецию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Я могу еще привести ряд примеров, которые подтверждают мои слова. Более того, не только бесплатное образование для своих граждан. Вот любой иностранец может приехать в эту страну, при знании языка он может также получить бесплатное образование, высшее и среднеспециальное в этих странах. И если человек не знает местного языка, существуют государственные программы, которые позволяют бесплатно получить знание языка, а затем продолжить свое обучение высшее бесплатно в этих странах. То есть как получается, что в нашей стране нужно за все платить, а практически во всех европейских странах можно получить бесплатное образование. Это вообще нонсенс. Именно поэтому мы требуем ввести бесплатное образование в нашей стране, в государственных учебных заведениях, а в частных, если молодой человек хочет там обучаться, чтобы правительство выделило специальные гранты, и он имел возможность обучаться в том числе в частных учебных заведениях.